Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартиру в районе Махмутлар с видом на бочки, на море. И вот здесь у нас парк района Махмутлар. Находится этот проект на улице именно Ататюрка. Расстояние отсюда до моря 520 метров максимум со всеми поворотами. Вот мы увидели. Итак, дорогие зрители, проект был сдан 12,5-13 лет тому назад. Тут есть инфраструктура хорошая. Сейчас открытый бассейн, фитнес. То, что я сейчас спущусь и все вам покажу. Подождите паузу. Так. Квартирка под ключ. Огромный балкон застекленный. 9-й этаж, он как 10-й. Сторона юго-восточная. Вот. Это один из больших проектов с большими балконами. Два бассейна тут, это первый, еще в той стороне есть. Вот фасад здания. Квартирка под ключ. Квадратных метров жилых здесь. Общим 95-102 между ними. Но так как большой балкон, наверное, здесь 105-110 как минимум. Не могу отмерить. У нас бытовая техника фирмы Regal. Кумтал. Вытяжка, бэка, духовка, короче, смешанная бытовая техника. Мраморная столешница. Теперь. Тут у нас вход. На этаже две квартиры. Есть один лифт. Спальня. Смотрит на море. Фея. Первый санузел с ванной. Это у нас хозяйская спальня. Также второй застекленный балкон. Кондиционер фирмы Бека старенький, нужно поменять. Здесь у нас второй санузел душевой каминкой. Проточный нагреватель фирмы Siemens. Вот. Также здесь юго-западная сторона. Огромный второй балкон. Дорогие зрители, я сейчас спущусь вниз, покажу вам инфраструктуру. Айдат здесь 250-300 лир, если не подняли на 350, точно не уверен. Было 300 лир. Цена этой квартиры 175 тысяч евро. Есть торг. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Квартирка просторная, хорошая, но цена, сейчас цены взлетели, вот такая вот цена. Ничего не могу сказать.
Спускаюсь я вниз. Лифт на 4, 5, 6 человек. Тут у нас первый вход, выход. Парковочная для велосипеда. И здесь второй. Также есть пандус. Огромная территория. Проект называется Country Club, известный в Махмутларе. Больше такие проекты здесь не строят в Алане. Генератор, беседочка, там зона барбекю, теннисный корт, баскетбольная площадка, также футбольная. Там у нас скрытый бассейн, фитнес. У нас в описании все написано про проект. Вот еще один генератор. Можешь сюда заходить. Цена. Про квартиру все есть. Опять звонят. Так, здесь у нас второй большой бассейн с горками. Фитнес, теннисный корт в этой стороне. Фитнес где? А, фитнес там. Написано. Переходите на наш телеграм-канал. Там также есть горячие предложения. Куда я вышел, сам я не понял. Здесь теннисный клуб, фитнес-центр, но он закрыт. Здесь скрытый бассейн, сауна, детская игровая площадка. Тут должен был. Пока закрыто. Вот там скрытый бассейн, сауна. Должна быть или не быть, да, должна быть. Короче, вот такая вот инфраструктура. Все, с вами был Агасис, Солнечная Лань, район Махмутлар. Всем пока-пока.